Машинки, сериал для мальчиков. Бип-бип. Ой, Прабу, у меня поломка. Прямо на дороге? Тогда нужно вызывать эвакуатор. Эвакуатор – это особая машина, которая может перевести другую машину, например, с места поломки к месту починки. У эвакуатора есть платформа для перевозки автомобилей и кран для их погрузки и разгрузки. Значит, эвакуатор спасает поломанные машины. Не только. Эвакуатор очень важен для города. Иногда водители неправильно паркуют свои машины и мешают этим другим участникам движения. Автомобиль нарушителя увозят на штрафстоянку. Забрать его можно, заплатив штраф. Алло. Похоже, у водителя эвакуатора сегодня родится малыш. Так он пропустит рождение малыша. Единственный выход – разобраться с пробкой. А для этого нужно устранить ее причину. Что теперь делать, Прабу? Старая городская вентиляционная шахта. Или старая ветка метро. Или старая городская канализация. Или старинный подземный ход. Thank you.
свою шляпу? Конечно, бери. И тут на улице оказалась огромная шляпа. Хорошо, что поблизости был эвакуатор. Друзья, не пора ли отвлечься от мультиков и проверить, хорошо ли припаркованы ваши вещи? Может быть, самое время сделать уборку? Ого, в нашем городе теперь растут пальмы. Ну да, лето же! Да, лето – это здорово! Жара, солнце! Правда, летом на дороге много пыли. С пылью поможет справиться поливальная машина! Поливальная машина – это служебная машина. У нашей поливальной машины есть большой бак с водой, водяная пушка и разбрызгиватели. Она заботится о том, чтобы дороги были чистыми. От жары в пруду испарилась вода. Киту никак нельзя без воды. Поливальная машина поможет ему. Но ведь вода в поливалке кончится раньше, чем жара. Кита нужно срочно перевести в море. Сдвинуть дерево не получается. Что делать, Прабу? Используем водяную пушку на нашей поливалке.
Хорошо, что на свете есть поливальные машины. Оля, привет! Что ты тут делаешь? Это же сериал для мальчиков. Ну и что? Можно мне поиграть с вами? Конечно, можно. Смотри, какую большую башню я построил. Прабу, у меня уже второй раз башня падает. Чтобы построить очень высокую башню, тебе нужен автокран. Это специальный кран, чтобы поднимать людей? Да, в таких люльках удобно менять лампочки уличных фонарей. Работать на автокране можно только в каске и специальном поясе безопасности. Какая огромная! Наш автокран не дотянется. Да, для работ на такой высоте нужен автокран с телескопической стрелой. Телескопической? Как моя удочка. Точно! Этот кран точно дотянется до котенка? Конечно! Самые большие автокраны поднимают груз больше, чем на 100 метров! Huh?
Переношу груз на вершину небоскреба! Какой хороший из тебя автокран получился, Прабу! А мне понравилось играть с тобой, Оля! Я люблю машинки, хоть я и девочка! Прабу, лучше бы мы еще поспали! Сегодня мы поговорим о машинах, которые просыпаются очень рано! Зачем рано? Выходной же! А как же свежий и ароматный хлеб? Кто привезет его в магазины? Грузовые машины! Точно, Коля! У грузовика есть кабина для водителя и кузов для груза. А еще у него мощный мотор, чтобы этот груз везти. Прабу, а ты когда-нибудь ездил на грузовике? О, было дело, когда в цирке работал. А если грузовик сломается или застрянет по дороге? О, это очень плохо. Ведь тогда водитель не сможет доставить груз вовремя. Ой, в такой луже любой грузовик застрянет. Военный грузовик не застрянет. Некоторые грузовики умеют поднимать кузов, чтобы высыпать груз. Такие грузовики называются самосвалами. Стоять позади работающего самосвала нельзя. Водитель может тебя не заметить. Смотри, Прабу! Теперь у нас настоящий парад! Это называется автоколонна! Цирковая автоколонна! Thank you.
жонглировать? Конечно. Но начинать нужно с одной. Ты куда? Я еще очень люблю мороженое с вареньем. О! У меня же есть стружка шоколада. Коля, ты цел? Вот был бы холодильник на колесах, чтобы не бегать туда-сюда. Холодильник на колесах уже существует. Называется авторефрижератор. Как авто-жи-жи? Авторефрижератор. И что, там холодно, как в настоящем холодильнике? Даже больше! Иногда температура может доходить до минус 20 градусов по Цельсию. В фургоне есть холодильная установка, которая производит холод, а специально изготовленные стенки сохраняют его. Вот почему именно авторефрижератор. Ну да, он развозит мороженое в магазины, чтобы оно не растаяло по дороге. Авторефрижератора. А что в нем еще можно возить, кроме мороженого? Мясо, молоко и многие другие продукты, которые от тепла могут испортиться. Даже бывают авторефрижераторы для перевозки арктических животных. Мама, купал! Мама! Я знаю моржей. Они арктические животные. Без холода им не выжить. Ah!
наш водитель хочет продать ему мороженое. Рупор! Рупор, возьмите! Он съел все мороженое. Как и мы. Вот какой полезный автор рефрижератор. Ребята, спросите родителей, не слишком ли долго вы смотрите мультики? Может, вам пора во что-нибудь поиграть? Какая машинка, Коля? А я и не знаю, я такой никогда не видел. О, это замечательная машинка. Это погрузчик. Погрузчик – это специальная машина, которая помогает поднимать, опускать и перемещать тяжести. Погрузчики бывают разные. Это большой телескопический погрузчик. У него большие колеса, выдвигающаяся мачта, и на ее конце зажим. Он может поднимать очень крупные и тяжелые грузы. А это тоже погрузчик? Да, это вилочный погрузчик. Он гораздо меньше, но у него тоже есть мачта. На ее конце вилы, которыми он подцепляет груз. Крабу, одна коробка не поместилась. Это нехорошо, ведь это чей-то подарок. Это будет нелегко. Погрузчик – это необычная машина. Он не предназначен для долгих поездок по шоссе, а до города далеко. У погрузчика не такой мощный мотор, как у легковых или грузовых машин. Фары не такие яркие, а дворники не такие мощные. О, это, наверное, тот мальчик, который ждет подарок. Да, и этот подарок везет наш погрузчик. Колеса этого погрузчика ведущие. Они делают его очень устойчивым и проходимым. Почему полицейский не разрешил ему проехать? На время праздника некоторые площади и улицы перекрывают для движения транспорта, чтобы для горожан было больше места. Тогда нам помогут музыканты!
Давай, 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 давай. Совсем чуть-чуть. Давай же. Накладывай груз, сейчас я его перевезу. Вот, я не такой сильный, как погрузчик. Ничего, Коля, руки будут сильнее, если будешь по утрам делать зарядку. А ты делаешь? Обязательно, Коля! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Пассажиры, пристегните ремни, скоро взлетаем. В самолет на машине нельзя. А если в далекой стране нужна машина? Можно взять ее на прокат. Чтобы взять автомобиль на прокат, надо показать паспорт и водительские права. А еще оплатить стоимость проката и залог. И можно выбрать любую машину? Вот здорово! Важно сразу проверить, что с машиной все в порядке. Всегда можно найти машину по душе. Ну или почти всегда. Прабу, ты плохо припарковался. Мне совсем места не осталось. Это потому, что у тебя слишком длинная машина. Обычная машина. А что, бывают и меньше? Конечно. Одна из самых маленьких машин на свете называется Smart. Смарт очень маленькая машина. У нее только один ряд кресел и помещается всего 2 человека – водитель и пассажир. Так что можно сказать, что Смарт – это машина для двоих. Обо-давно! Она выглядит как игрушечная. Несмотря на свой маленький размер, Смарт – самая настоящая машина. У Смарта есть свои преимущества. Его маленький размер позволяет легко найти место для парковки. Прабу, я не понял, что он такое сказал? Знаешь, Коля, быть большим еще не значит быть добрым. А на глупые шутки лучше не обращать внимания. Ой, смотри, опять эта большая страшная машина.
кажется, Коля, что это признание в любви. Как здорово! У них будет свадьба! Этот негодяй похитил его невесту! Чтобы догнать такую быструю машину, нужно придумать хитрость. Я понял, на самолете он обгонит большую машину и сможет вернуть себе свою невесту. Это настоящая дуэль! Кто первый струсит, тот и проиграл! Вот так история! Маленькая машина победила большую и страшную! Маленькие машины во многом уступают большим и сильным, но не в смелости. Друзья, признаюсь вам, иногда мне трудно оторваться от мультфильмов. Они такие увлекательные! Но лучше, чем сидеть перед экраном, играть в машинки или другие интересные игры. А что будем играть сегодня? Похоже, сегодня снова играем в стройку. А какая машина нам понадобится? Много разных, но для начала бульдозер. Бульдозер всегда приезжает на строительную площадку раньше всех. Ведь он должен подготовить место для работы всех остальных машин. Бульдозер – самая могучая машина. У нее есть гусеницы, позволяющие пройти где угодно. И огромный отвал, которым он может убрать любое препятствие. А с чем еще может справиться бульдозер? Одному бульдозеру однажды удалось спасти целый город. We'll be right back.
Тогда пусть другие машинки придут к нему на помощь. Ура! Теперь это бульдозер герой. Хватит смотреть мультики! Айда на озеро! Купаться! Прабу, давай лучше в машинки поиграем! Такой ливень! Концерт, наверное, отменят. Коля, музыканты играют при любой погоде. Помню, был один случай на пароме. Иногда машине нужно пересечь озеро, реку или залив. А моста нет. Тогда на помощь приходит паром. Машины заезжают на паром по специальной откидной платформе – аппарели. Заезжать на паром необходимо по очереди, чтобы ни одна машина не упала в воду. Машины на пароме ставят не как попало, а ровно, как на парковке. Так на палубу помещается больше машин. Водитель обязан покинуть машину для безопасности. Oh.
Коля, ты готов? Концерт скоро начнется, нам пора выходить. Теперь ты не промокнешь. Спасибо, дружище. Мой друг смог подняться на Эверест. Это самая высокая гора в мире. Я так рад получить от него открытку. Браво, а как открытка добралась до тебя? О, мне ее довез почтовый фургон. Почтовые фургоны развозят почту в самые разные места по всему миру. Ведь почта нужна везде, и в больших городах, и в пустыне, и в джунглях. Иногда найти того, кому адресовано письмо, совсем непросто. А иногда почтовому фургону приходится ехать там, где вообще нет дорог. А давай отправим открытку моей бабушке. А где она живет? На Северном полюсе. Бабушка изучает белых медведей, и у нее скоро день рождения. Чтобы доставить письмо как можно скорее, его сначала везут на самолете. В разных концах света почтовые фургоны выглядят по-разному, чтобы удобнее было доставлять почту. Поэтому на севере, где много снега, у почтового фургона вместо колес гусеницы. Но когда начинается снежный буран, даже гусеницы не помогут. Чтобы доставить почту на Северном полюсе, водителю почтового фургона приходится быть настоящим героем и ни в коем случае не терять самообладание. А еще на севере в почтовом фургоне обязательно должна быть мощная печка-обогреватель. На Северном полюсе можно увидеть удивительное явление, которое называется северное или полярное сияние. Такое красивое свечение в небе. Здесь обычное дело. Придется что-нибудь придумать. Безвыходных ситуаций не бывает. Ого! У него получилось! На Северном полюсе приходится быть находчивым. Ну как же так? Прямо всего одной капельки бензина не хватило. Можно попробовать подтолкнуть машину. Если она покатится вниз, то доедет до самой станции. Ah!
зелье. О, смотри, и белый медведь пришел. Прабу, мне тоже пришла открытка от бабушки. Вот здорово, она проделала длинный путь. А помог ей почтовый фургон. Ребята, а вы кому-нибудь отправляете открытки или письма? Оторвитесь от экрана, напишите скорее письмо. Получить весточку от близкого человека так приятно.